Вперед! Всем привет! Меня здесь зовут Наташа Пикник, и я продолжаю снимать свой простой домашний контент. Вот он. Я не знаю, как это все образуется, почему. Почему это все происходит со мной? Сейчас мне это надо все убрать. Сегодня приезжает Эдик. Он ездил на родину. И сейчас 9 утра, 17 августа. И он сидит в электричке. Он сидит в электричке с сумкой. А может быть и с двумя. Привезет вещи. Мы сюда все везем и везем. Скоро придется рефрижератор нанимать, чтобы вывести все обратно или еще дальше куда-то. Мне надо это все сейчас убрать. И в других злачных местах желательно тоже. Сейчас я вас удивлю. Удивляйтесь. Как же хорошо, что я снимаю на YouTube. Возможно, если бы я это не снимала, то я бы вообще этот стол еще 2 дня не убирала. Но день так точно. А так я даже цветочки поставила. Это физалис. Декоративный, потому что я тут на днях съела 2 ягодки декоративного физалиса. А он, оказывается, отрава. Не знаю, я что-то до сих пор жива. Наверное, 2 ягодки меня не берут. Так, что у нас тут осталось на столе? Медик. Я так и съела почти вчера 0,5 банки. Ну ладно, не 0,5 банки, но прилично. Витаминки D. Там осталась 1 единственная витаминка. Я думаю, ее сейчас надо выпить. Эдика лекарство. Ай, бля! Вот Эдика лекарства. Панангин здесь стоит. Это семена календулы. Натырила у тети Гали в огороде. Я их сверху накрываю Эдика лекарства. Вдруг тетя Галя придет по делу какому-нибудь, чтобы она не видела. Это мои лекарства. Это мои чаи и травы. Там моя водичка. Здесь моя доска. Здесь мой физалис, который я тоже натырила у тети Гали, который тоже она желательно не должна видеть. Но самое главное здесь, конечно, вот эти вот стариковские таблеточки. Так, стол убрала. Теперь надо выпить. Последний витамин D. Ложка. Кладем. Достаю. Я вам не вру. Последняя витамина D. Высыпаем ее. Ой! В ложку. Ну, конечно, я сейчас рассыплю. А потом я удивляюсь, почему у меня вечно на столе непонятно что. Так. Она в капсуле, но я капсулы глотать не умею. Поэтому я его высыпаю из капсулы в ложку, заливаю оливковым маслом. Блин, капнула. И кладу в рот.
Все, у меня больше нет витамина D. Ой, я выпила банку витамина D. Пила его, конечно, неправильно, с остановками, с перерывами, но все равно выпила. Все равно ж выпила. Так, бутылочку оставляю здесь. Она будет красиво смотреться. Так, надо выделить это масло, которое я капнула. И что-то еще. А, и тут чуть-чуть рассыпался витамин D. Так. Так, все. Молодец. Я вот не знаю, что мне теперь делать с этой баночкой. Я вообще-то любитель баночек. Я вот думаю, а вдруг она мне зачем-то пригодится. Как вы думаете? Вдруг в нее что-то налить придется, например, медика в дорогу. Или еще чего-нибудь. Или травку какую-нибудь сушеную сюда насыпать. Как вы думаете, вдруг она мне пригодится? Пожалуй, я воздержусь ее выбрасывать. Пусть поживет еще со мной. Я вот иногда смотрю на других блогеров. На крупных. Как у них так все получается? Они такие естественные, такие все свои в доску. Так у них все это как-то гармонично. В общем, все блогеры, все люди как люди. А я суперзвезда.